«Здравствуйте, девочки». Увидела, что хорошо набирают просмотры видео, набирает просмотр видео с белорусской косметикой. Я так поняла, что вам это интересно, поэтому решила показать вам, как в магазинах у нас продается наша белорусская косметика, показать вам пробнички, сделать пару сводчиков. Единственная проблема, что у нас в магазинах снимать запрещено, поэтому буду снимать как-то подпольно. Сейчас вам все покажу. Вот так вот, девочки, у нас представлено масло, про которое я тоже говорила. Многообразие выбора. Сегодня взяла себе миндальное. То есть выбор просто огромный. Вот стенды белорусской косметики. Дальше пошли Эвелин, Мейбелин, Деваш. Вот, кстати, тени, про которые я вам говорила и рассказывала. Вот мои зелененькие. Сейчас вам покажу. Это вот эти серенькие тени, вот эти вот номер. Рядышком покажу носибельный такой цвет. Это вот этот был. 113, 203, 117. Покажу более персиковый. Вот такая вот палеточка у них выбора. Хотела вам показать румяна в шариках. Так вот выглядит коробочка. Пробничку, парочку сейчас покажу. Хорошо ложатся. Приятный мягкий розовый такой цвет. Это тон 04. Тон номер 02. И покажу тон номер 1. Очень приятно ложатся, мягкие, хорошо на пальчик набираются. Я думаю, что на кисточку тоже будут точно так же хорошо набираться. Тоже легкий очень оттенок. Переборщить с ним будет сложно. Вот такое вот многообразие помадок. Вот они помадки, которые я вам говорила, которые мне нравятся, которые вам показывала. Кажется, такие, может быть, какие-нибудь сейчас нюдовые оттеночки. Там 941. Такой вот есть красиво насыщенный красный. Тон 12.
Вот такой вот красивый цвет. 0,7. Кремовые помады очень мягкие, хорошо высоко пигментированные. Вот тонкая сеть 949. Это очень красивый цвет. Вот карандашики. Для бровок такие вот есть карандашики от Рилуи. Карандашики для глаза контурный. Вот для губок, про которые я вам рассказывала. Но большой выбор цвета. Замочки. Вот так вот теньки в коробочках. Такой вот румяна, про которую рассказывала. Так, блески сейчас вам покажу. Сияние вены. Тоже Рилуи. Блесточки такие у него красивые. Очень красивые блески. И последний покажу вам вот такой вот. Тональнички. Маркер, про который рассказывала. Это гели для бровей. Абсолютно холодный подтон. Для блондинок. Наши масочки. Мне запилен скатка для лица, возьму попробовать интересные масочки. Интересно, и очищение, и сразу маска увлажнения. Возьмем тоже попробовать с алоэ. Пилинг. И сразу маска успокаивающая. Интересная штучка.
Девочки, вот какие продукты сегодня взяла. Вот такой вот мезопилинг, скатка для лица, глубокое ощущение, с молочной кислотой и бетаином. Попробую, если понравится, обязательно расскажу. Приятный запах, и он вот такой вот светлый, как скраб. Пуховочку от Рилуи, натуральный хлопок. И вот такие вот две масочки, я их ни разу не пробовала, попробую, если понравится, тоже расскажу. По-моему, очень удобный формат, здесь крем-пилинг и в отдельном саше маска успокаивающая. То есть сначала очищаем, потом увлажняем, успокаиваем. И вторая мусс, деликатный для очистки лица и удаления косметики, и маска-гель увлажняющая. По-моему, такие штуки брать с собой. То есть вы сначала очистили, потом увлажнили, и брать куда-то с собой в путешествие, по-моему, очень даже неплохой вариант. Здесь вот 5 грамм в очищении, 7 грамм масочка. И в этой то же самое. Попробую, если понравится, обязательно расскажу.